уже открыла свой 22-й сезон в Алма-Ате. Сейчас я приехала из Алматы, из Средней Азии. И планы у меня, следующий спектакль у меня во Владикавказе. Это Валерий Висалович Гергиев открывает сцену на своей родине. И там мы танцуем «Кармен». Народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева не перестает удивлять и радовать поклонников ее таланта. Она из тех артистов, кто не любит праздно мечтать и привыкла двигаться к намеченной цели. Знаменитая балерина продолжает путь самопознания и поиска новых граней своих возможностей, и в этом ей помогают известные хореографы. В Новой Голландии, между тем, где я живу, на Васильевском острове, Мариинским театром, очень удобно. Что бы ни происходило в творческой жизни Дианы Вишневой, это всегда возникает в контексте ее огромного трудолюбия и воли, с желанием поделиться накопленным опытом и знаниями. Поэтому стало закономерным открытие студии Дианы Вишневой в необычном историческом пространстве Новой Голландии, в 5 минутах ходьбы от Мариинского театра. Сейчас мы начинаем новую историю Новой Голландии. И, конечно, когда я попала в эту атмосферу и увидела, что здесь происходит, мне захотелось быть и с этими людьми, так как я с ними уже дружила и понимала, что эти люди всегда и поддержат, и помогут. И вот мы создали такой проект. Студия – это продолжение идеи фестиваля современной хореографии «Контекст ПРО» и работы Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой. Это встречи в одном репетиционном классе профессиональных танцовщиков и любителей балета любого возраста. Возможность погрузиться в танец и ощутить свободу движения. Это путь поиска и открытия Дианы Вишневой новых имен хореографов и продвижения их идей. В этом году фестиваль Дианы Вишневой, гран-при, это было такое большое событие в моей жизни, которому я очень благодарна, и я думаю, что это действительно очень повлияло на мою дальнейшую карьеру, творчество. Пять лет назад я приехал на «Контекст». Потом Диана меня отправила на стажировку к Каролин Карлсон в Париж. Потом я вернулся, и какое-то общение, и Петрушка в Перми не так давно. И дружба. Я танцую тоже, у меня петербургская премьера, это один из моих любимейших хореографов Марко Гёке. Я танцевала его номер «Убитый» в Москве на одном из фестивалей, и вот сейчас это премьера в Петербурге. Летом этого года прима-балерина Диана Вишнева попрощалась с труппой американского театра балета на сцене «Метрополитен-опера». Ее ждут новые встречи и открытия. Появляются новые проекты, открываются новые двери, и появляются совершенно уже другие возможности, которые тебе, конечно, хочется дальше идти, дальше продолжать свой поиск. Я завершила эту историю, 13-летнюю. Это невероятная часть моей жизни, это вторая моя семья, компания ABT. Я до сих пор, конечно, вспоминаю этот вечер благодарности, любви и слез счастья, даже если они были для некоторых печальные.